Водяной коллапс при выезде из Московской области. Где-то между Павловским посадом и Орехово-Зуево. Туча полностью накрыла небо. Машины все утопают в воде. А вот что впереди нас? Встречки летит. Водитель даже не видит, куда едет. И это только на видео кажется, что небо светлое. На самом деле черней тучи, и ямы-то не видны, ямы все в воде. 3 июля 2020 года. Чего не сделаешь ради одной маленькой завтрашней мечты.